Привет всем! С вами Регина из Италии, из города Флоренции. И сегодня, как я вам уже говорила в предыдущих видео, приехала Франческа. Это моя непота, племянница со своей мамой. Это сестра моего супруга Виталия и подружка моей племяшки Олеся. Сейчас я вам покажу их. Это Оксана. Всем привет! Красавица наша. Вот. Красавица. Франческа, это моя вот... Вот это Франческа, моя племяшка. Моя доченька. Родная наша. Вот. Это ее подруга. Матнюшка. Олеся. Она, посмотрите, какая модная. Она всегда модная, вот такая. Это что? Версачи. Версачи. Ну-ка поближе покажем. Версачи. Сумка. Пинк. Пинк. Так. Куртка. Дичи Диаши. И это Олеся. Привет всем. Привет всем, она выучила сейчас. Привет всем, очень приятно. Вот так она модно одета. Посмотрите. Сумку, смотри. Они любят делать шопинг. Какая марка? Nike. Nike. Это сумка. А, Nike это кроссовки. Сумка. Кисальди. Ну-ка поближе. Ага, видно. Угу. Вот такая модница, красавица Олеся. Красивая девочка. Она приезжала к нам летом в желтом платье. Красивая. Ну, молодежь. Все молодые, красивые. Ну что ж, прогуляемся немножко. Давайте. А здесь еще наша Гретка. Сделаем стрит-стайл вечерний. Погуляющих. Мы навестить приехали Регину, нашу любимую Сноху, а то она у нас уже давно мы не виделись. Да, мы давно не виделись. Где-то до Нового года, да. Все закрыто было сразу навестить. Жалко, конечно, моего брата нет, он работает. Да. Надо, наверное, маску одеть, потому что сейчас кто-нибудь проедет и писец. Штрафик нам сделают. Да, мы приехали их навестить, приехали вот шопинг сделать. Что купили? Я купила кардиган французский. Франческа купила себе новую. Франчи, attenzione, макина. Франчи, что купила? Лей по телефону. Она говорит по телефону. Ага. Да, нормально. У них она упакована, они не покажут. Олеся, коза компрата? Я призо скарпе, дранайка. Скарпе, ancora? Туфли, шопинг. Молодежь, пока молодые, пусть одеваются. Когда еще одеваться, правильно? И молодые пусть одеваются. Не говори. Модницы наши. Это Зара. Сорок процентов скидка пока. Сейчас что, пойдем прогуляемся? Оксан, пойдем погуляемся, пиццу покушаем. Да. Пойдем пиццу покушаем, посидим, отдохнем, встретимся. Пообщаемся. Пообщаемся. Да, я сейчас фотографию не готова. Сандро. Девочка, так они разговаривают, как иностранные, да? Да, ну да. Это моя племянница. Франческа, она разговаривает по-русски, но у нее акцент. Ай, ты мой хороший. Ты мой сладкий, мальчик ты мой. Прикольная такая. Я не знаю, почему у нее акцент. Вроде бы бабушка русская.
Ну, потому мама русская. Какое-то постоянно с ними разговаривать, с подружками, да, на итальянском. Как у них подружки, у нее не русские, у нее все итальянки, поэтому да, она... Вот, насколько помню, с детства у нее, но в детстве, когда она маленькая, у нее вообще было хуже было. А сейчас она еще более-менее лучше разговаривает. Иногда она на итальянском мне что-то говорит. Я говорю, ой, я тебя не понимаю, говори по-русски. Не понимаю, честно. Она говорит по-русски. А вообще с детства она со всеми по-итальянски разговаривала, когда маленькая была, а со мной разговаривала по-русски. А с Региной по-русски, да? Да, вот со всеми по-итальянски, а со мной по-русски. Нет, ну поэтому. Потому что Регина разговаривала, что плохо. Давайте здесь круг сделаем. Да, я плохо разговаривала, ну вот тупая это, грубо говоря, да. Вчера, нет, позавчера вот здесь вот он делал эти панины, я засняла его, еще не выпустила на YouTube. Он меня и угощал тут, отрезал мне кусочки. Все сейчас так довольны, знаешь, вот подойди только им. И разрешают, и съемки делают, и все. Просто люди бедные, без туристов, понимаешь, сейчас вот... Пожалуйста. Мама, держи это. Давай. Геда, иди сюда. Ты сделаешь мне фаворы большую, она меня тянет, дергает. Ой, фаворы. Далее. Белома Сирина. Чиз. Это они фотографируются с моей Греткой. Грета. Знаете, что она сегодня натворила? А сейчас вместе, вместе. Она открыла как-то холодильник и стащила сыр. Этот магазин называется Miss Trench. Сейчас, немножко вот так. Регина, я скажу, народ есть в Венгрии, да? Ну, есть. Ну, конечно, это центр. Народ есть, но народ не туризм, а именно... Да, просто. Итальянцы. И сейчас... В Италии? Ну, он везде. Сейчас не знаю, где он. А какой ресторан ты? На всякий, кто где будет заказ, туда есть. А это кухня. А прямо из первого раза. Ну, фурла я вам уже показывала. Видите, здесь мы сейчас вышли с улицы Виа Порторосса. И сейчас мы на Виа дель Кальцайолли. В принципе, это центральная такая вот улица. Я вам уже ее показывала, но здесь вот практически все гуляют. Но сейчас вот приехали ко мне сюда в гости, и они гуляют именно, шопятся именно здесь. Красивая у тебя курточка. Пуховичок, да? Да. Тепленькая? Тепленькая. Еще как тепленькая. Мне можно на минус 20 ехать. Это что это? Могу в Сибирь ехать. Сейчас я вам покажу сначала. Не знаю, я так думаю, что это типа не парфюмерия, даже не знаю. Что-то натуральное, не знаю. Пахнет очень так вот травками. Что-то странно сегодня, нету много народу, вообще мало. Ма,
мало что-то людей, Оксан. Ты говоришь, много, что-то мало? Ну, обычно воскресенье много, Оксан. А? Сегодня же понедельник. У меня сегодня выходной был полдня, поэтому я приехала. А так я целыми днями работаю, а в субботу я никогда много народу, я не хочу шляться. Угу. Заразу только хватать. Я когда в понедельник, вот так, когда меньше народу, чтобы можно выходить. А так в воскресенье нет. Грета. В воскресенье мы на снежок ездим. Да, я видела, Виталик показывал. Красота. После нашего дома снег выпал, Леген. Так нагулялась я на снегу, так классно. Прелесть. Наигралась, да. Я как ребенок, как снег вижу. Ну, конечно, прям... конечно. Не хватает этого. Не хватает, да. России не хватает. Я с удовольствием на снежке покаталась и погуляла свежим воздухом, снежным прям. Пришла домой, вся розовенькая. Хорошо. А что, недалеко, что ли? Сколько нет, вы там ездите? Нет, туда горы, где у меня гора там рядом есть. Вот туда горы, надо ехать 20 минут от дома. И там у нас снег выпал, да. Классно, классно погуляли. Ну, недолго, конечно, часик вот так, но погуляли классно. Здорово, я уже 100 лет не видела снег. Да, я тоже, я на снег отвезу. Я говорю, куда ты меня повезешь на снег? Он говорит, поехали, поехали. Пойдем дома сидеть. Белая стала, как стена. От воздуха ехать. Работа как? Да как всегда. Сюда. Так себе. Работаешь на 50%, а тассы платишь на 90%. Вот вся работа. Вот и все дела. Такие вот дела. Регин, давай мы туда пойдем, потому что нам отсюда потом машину надо выходить. Ладненько, мои дорогие. На этой минуте я с вами попрощаюсь. Я рада, что вы были со мной. Спасибо вам за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной. Следующее видео будет еще интереснее. Пока-пока.